Витебск, как это некогда делала Симона Пейчева? Ну, вы знаете, я не видела ее там. Я думаю, что она тренируется в Болгарии. Сразу видно, да, болгарская школа? Да, вот да, поймать мяч в одну руку в наклоне, это тоже не так просто. Молодец, практически поворот в остановку на носке, да? Очень эффектно. Я вспоминаю, были времена, когда очень много говорили о болгарских гимнастках, что не очень были они хореографичные, не очень была чистая стопа, ну вот какой-то один промежуток времени, но этого нельзя сказать о Сильвии. Нет, Сильвия очень техничная гимнастка, очень... С хорошей хореографией, да. Плюс она, как вы видите, исполняет и трюки, что очень подкупает зрителей и судей. Прекрасный перекат в конце, очень интересный.